Пора подвести итоги, миледи. Вы хотите знать, во что нам обошелся визит короля? Поговори об этом с Пулем. Пуль уехал на юг с лордом Старком, миледи. Нам нужен новый эконом. И еще несколько назначений требует нашего немедленного внимания. Меня не интересует назначение. Я назначу людей. Мы поговорим об этом утром. Хорошо, милорд. Миледи. Когда ты последний раз выходила из комнаты? Я должна заботиться о нем. Он не умрет, мама. Мейстер Лювин сказал, что самое опасное позади. А если он ошибается? Я нужна Брану. Ты нужна Рикону. Ему 6 лет. Он не понимает, что происходит. Весь день ходит за мной, хватается за ногу, плачет. Закрой окно. Это невыносимо. Пожалуйста, заставь их замолчать. Пожар? Оставайся здесь. Я вернусь. Тебе не должно здесь быть. Здесь никого не должно быть. Это милосердие. Он уже мертв. Нет! Нет!